Мужики, что-то я не пойму. Я залил масло 5.30, да? Я смотрю в основное на это, там, 5.30, 5.40 образно. 5.30 положено, 5.30 лью. А 3, B4, там, опять B5, я там так и не вникаю в это больно. Вот. Тут, короче, у меня сейчас путаница, типа, не такое залил или что-то еще. Ну, блядь, да мне кажется, разницы никакой. А 3, как я вот думаю, А3Б4 это более старый пакет присадок для старых более моторов, для наших 2000 газов, образно там полнозольник и на, с лучшей защитой, там более, допустим, оно вязкое, более вязкое, это, как я понимаю, более густое, да, правильно, что ли я понимаю? Вот, и лучше защищает, типа лучше, больше интервал замены. А 5Б5, я как думаю, то, что это новое более масло с новыми там какими-то присадками, пакетами туда-сюда, и более жидкое там, как сказать, короче, более жидкое и с меньшим интервалом замены, и там малозольник. Правильно я думаю или неправильно, или что-то я не так понимаю? Я думаю, то, что я залил А3Б4, это уж, я думаю, не так, никак, ну, не скажется прям, вот прям критично, что прям что-то будет. Да я думаю, ничего не будет. Если кто что думает, кто прям гуру в маслах, напишите в комментариях, подскажите, что и как. Я все равно меняю часто, ну, масло там каждые 5000, я думаю, ничего критичного не будет. Короче, жду, ребят, советов и в комментариях, ну, там... Какое мне масло надо лить именно в мою Мазду шестерку 2007 года, мотор 1.8, 120 лошадей. Но я думаю, не А5, Б5, потому что, мне кажется, когда машина это вышла, блядь, в тех годах, такого масла в помине-то еще не было. Или я не прав?